Смена идет у американцев. Выиграл вбрасывание, сменись. Вот под таким девизом проходит эта смена. И третья шайба залетает в ворота. Как-то прям совсем так это спокойно, так это уверенно. Бринк и паузу выдержал. И так почему-то до него Холлова и не выскочил. Он не был в створе броска. Визуально очень легко. Я допускаю, что сейчас могут поменять вратаря. Don't call it impossible if you really